ослабить защиту Аполло. What's up? С вами канал Alligame, Let's Play Rock, это Aliens Isolation, а мы продолжаем наше прохождение. И пока не понятно, какую защиту и где мне нужно ослабить. Очередной вызов для новых приключений. Возможно, нам нужно теперь в эти компьютеры залезть. Через 2 дня после нашего вылета? Серьезно? Сволочи! Существа на станции нет! Хера, непонятно, но очень интересно. Будем выяснять. Значит, что-то там еще были плохие парни. Типа, существа нет. Но мне кажется, мнение у компьютера, что существо все-таки есть. Выйти из-за пола под его ядром. Так, мы вышли из-за пола. Секретные всякие штуки такие. И мы отправились неизвестно куда под ядро пола. Еще ниже. Цель ядро реактора. Рикардо, слышишь? Слышу. Ну какие новости? Аполло действует по протоколам Вейланд Ютани. Что? Сиксон продался. Аполло не снижает уровень угрозы. Якобы какие-то проблемы с реактором. Но ты же из Вейланд Ютани. Прикажи ему заткнуться и делать, что говорят. К сожалению, я мелкая сушка. Так же, как Сэмюэльс или Тейлор. Если бы мы что-то значили, Аполло не стал бы торопиться нас убивать. Так, ну погнали. Осмотреть центральный реактор. Наша задача. Не люблю ходить, когда оружия нет. Ну давайте здесь запустим энергию. Я уверен, она куда-то нужна нам. Какие-то ворота откроют. Вот так идет. К этому. А, вот, ну, собственно, да, смотри. Сейчас мы что-то заведем, что-то откроется. И мы куда-то пройдем. Так, идем дальше. Так, и нам где-то здесь нужно найти какой-то резак, мастерская. Закончена смена, сообщу Уэйтсу. Вы нарушили правила и будете наказаны. Чего я раньше этого не делал? Блин, все равно ресурсов очень много. А мы вот тут не были. Вот он, вот же он. А мы все время мимо ходили. Здесь мы все забрали. Тем временем, довольно-таки неплохо у нас получилось преодолевать все новые и новые трудности. Офигеть. В чем дело? Пройдемте со мной. Вот это жахнуло, так жахнуло. Вот я да. Да-да, слушайте, как-то, значит, всю игру ходили, не знали, тут узнали, нате. Хорошая вещь эти гранаты, я вам скажу. Будем тебе чаще использовать. Так, а здесь что нужно сделать? Какая-то сложная сложнота. А, вот. Так, тут включить нужно управление. Прикинь, тут есть дырка. Это я вот здесь. Так, удерживайте правую кнопку мышки и буковку S. Так, и у нас здесь, смотри, сохранялка есть. И мы отправились дальше. Приключения.
Смотри, видел, там их уже они парами ходят. Не разлучники, они парно ходячие. Парно двигательные. Так, код двери 6832. Давайте в обход пойдем. Вот куда нам нужно, по идее, да. Система охлаждения реактора. Вот именно сюда мне и нужно. В системе охлаждения реактора кто-то есть. Мне кажется, это та наша ящерица, потому что им же не только всегда подавать, да, чтобы солнце светило. Им еще нужно, чтобы и вода мочила. Ну, как бы, это что. И что, мы, типа, ждем лифт? Ну, я думал, мало ли, вдруг там что-то будет, что-то страшное происходить. Рикардо, а ты видел этот реактор? Да как-то не случалось. Я проходила обучение на таком, как будто в прошлой жизни. Так, отлично. И мы куда-то приехали. Пока непонятно куда, но у нас есть центральный реактор, куда нам нужно пройти. Как здорово, как круто. Так, что у нас здесь? У нас здесь лампочки вовсю зажглись. Тут у нас дверь какая-то огромная. И прикинь, вот ведь хера себе. Я над ядром реактора. Что-нибудь видишь? Охереть, а что? Ничего здесь особенного. Вода какая-то. Андроиды, какие-то системы управления. Вроде все идет своим чередом. Попробую спуститься ниже. Там где-то должен быть лифт. Офигеть. Да вот же он, лифт. Спуститься к основанию ядра. Давайте спустимся к основанию ядра. В смысле, алло? Это какие-то продвинутые, серьезно говорю. Смотри, они рубьешь. Просто перестрелять. Спуститься к основанию реактора. Сектор обслуживания центральной какой-то там вообще системы. И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем вот такую вещь. Мы наблюдаем вот здесь есть еще один лифт. Мы спускаемся на нем вниз. Еще ниже, как говорится. Рикардо, они все здесь. Кто? Срань господня. Все пропавшие. Вообще все. Охренеть. Тут что-то вроде гнезда. Яйца этой твари. Тут инкубатор. Черт! Уходи оттуда! Скорее!